А о чем мы сейчас будем с вами говорить? Да-да-да-да-да. Почему мы приехали сюда, на Комсомольскую, 17, в Электросилу? Или вы думаете, что у меня тоже ничего не ломается? Ломается, ломается, да-да-да-да-да. Вообще, надо понимать, что наша жизнь – это работа с энтропией. И вы знаете, с энтропией нам не победить ее ни в коем случае. Потому что это есть мера беспорядочности системы. Она всю жизнь разваливается. Мы пытаемся собрать. Но не всегда же это дело-то получается. А что в текущем случае произошло? Лампочки блызнулись. Да-да-да-да-да. Еще те лампочки, которые светодиодные были. В смысле, не светодиодные, люминесцентные. Да, вот они тоже все накрылись. То есть, после того, как я сюда пришел, ну, времени такого-то и не было, но я попросил. И вы знаете, светодиодные, во-первых, они светят интереснее, во-вторых, они очень мало электричества потребляют. Если честно, то даже благодаря светодиодной технике у нас все становится гораздо более интересней. То есть, давайте все-таки определимся. Если будем говорить про однокомнатную квартиру, то вся-вся-вся в светодиодах, она будет есть ровно столько же, сколько 20-ваттная лампочка. Такая накаливание. Понимаете, о чем я говорю? Вы же должны понимать, вы же должны тоже думать своей головой. Ну, кроме всего прочего, здесь есть многое того, без чего ваша квартира не будет грамотно существовать. Я не знаю, как у вас, но это сок. Сочные цвета и лучший выбор в электричестве. Можно ездить, можно смотреть, но проще увидеть на телеканале Терра один из лучших по цене и по качеству вариантов. А это Электросила. Здесь, на Комсомольской, 17 и на Вокзальной, 5. Когда мы говорим об ассортименте... Да не буду я говорить про ассортимент. Не-не-не, это не в моей передаче. Не в моей передаче и вообще. Просто возникает вопрос количества. Так вот, для количества вы можете приехать сюда, на Комсомольскую, 17, или на Вокзальную, 5. Зайдите и посмотрите. То самое количество. То самое количество и те самые цены. Я уже это дело сделал и буду делать неоднократно. Потому что даже сегодня и сейчас я уже вижу то, что мне нужно. Я вижу. И обязательно это сделаю. Потому что Штангер Циркули – это то, что доктор прописал. Да-да-да, именно доктор для меня это и дело прописал. Я сколько лет бодался, ничего не мог померить. Сегодня есть красивые новые Штангер Циркули с электронной информацией, понимаете? Они до мизерных долей миллиметров вам все по делу покажут. Это что касаемо вот этих вещей. А так, по сути событий. То бишь, если мы говорим от и до, то от и до, и это Электросила. Зайдите и проверьте. Если вы что-то не увидите, тогда позвоните мне. Мой телефон вы уже знаете. Не будет ассортимента. Не будет и все. Хотя, простите, ассортимент вы увидите за моей спиной. И за спиной покупателей. Да-да-да-да-да-да-да. Да. Да. Каждый раз что-то новое. Во-первых, почему это что-то новое? Ну, во-первых, у нас... И вот каждый раз что-то новое. Почему что-то новое? Ну, во-первых, мы же не стоим на месте, логично. Век-то какой? Какое десятилетие? Тут осталось-то до конца еще 80 лет. И уже 2022 год будет. Ну, и я, естественно, не доживу. Но, тем не менее, я уж не знаю, что там получится. Возможно, будут какие-то другие лампочки. Я не знаю. Все очень сильно меняется. Все очень сильно меняется, и в связи с этим изменчивым состоянием души Электросила также работает и действует. То бишь, то, что было, и то, что раньше. И я вам серьезно говорю, ориентируясь на то, что было, и то, что раньше, и то, что сейчас, во-первых, светодиодные лампочки стали опускаться в цене. Да. И, в принципе, сейчас светодиодная лампочка стоит да не сильно дороже, чем обыкновенная лампа накаливания. Вот они сверху находятся, понимаете? То есть 18, а там, ну, 36 рублей. То есть, ну, вот для чего это все нужно? Я не понимаю. Да, конечно, все идет вперед и здорово. Так давайте идти вместе с Электросилой. Дом строю. Дом строите? Ну, это же тоже приятная штука, правильно? Конечно. А почему здесь берете? Ну, цена устраивает. Из изоленты. Из изоленты? Да. А часто ли вы гость?
Чай красивый, частый, да? Наслышан, что хорошие цены, хороший магазин. Вот поэтому пришел. Материалы недорогие же? Нормальные. То есть можно, используя электросилу, заниматься ремонтом, правильно? Да. Знаете, вот вы сюда часто приходите, нет? Постоянно. То есть я здесь не был практически полгода. Убедился в новом ассортименте. Но он всегда большой был, поэтому особо незаметно, но всегда много всего. То есть всегда можно что-то найти новое, да? Новое? Все есть, в принципе. Ценники здешние нравятся? Да, ценники. Да, конечно, конечно. Конечно. Как-то стало более даже интересно, да? Есть люди, которые продолжают работу. Потому что вы что хотите делать, а процедура строительства у нас идет. К слову о том, мы в какую часть заехали, также подразделение электросила, здесь, на вокзальной 5. Но я перед этой съемкой зашел сюда и посмотрел то, что называется количество товара. Не хочу я про это дело говорить, не буду, да и вообще. Но с другой стороны, я здесь не был практически год. Так вот, количество товара увеличилось. И при этом ценники абсолютно ровные. То бишь, мы говорим о том, что рано или поздно все исчезает, но электросила остается.